Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а смотрите продолжение партии в Old World на последнем уровне сложности за Кушитское царство, которое появилось в новом дополнении Фараоны Нила. Ну, в общем-то, все подробности и о дополнении, и о том, что мы делаем в этой партии в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кстати, там спонсоры всей серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку. Давайте продолжать. Взяли Рим в конце прошлой серии. Так, ходят слухи, что посол интересуется вашей частной жизнью и задает много вопросов о ваших личных делах. Нужно как можно скорее положить конец любым лживым сплетням, пока наши противники не смогли ими воспользоваться. Так, сколько ей лет? 54. Племянница, между прочим. Так, успокоить подозрения золотом. Сбить ее с правильного пути ложной информации. И воинственная. Давайте мы не пойдем на поводу. Меня убьет царицу, так убьет. 82 года. О, кстати, уровень получила за счет этого. Может, ей вот мудрости добавить, чтобы она фигней не занималась. Как быстро летит время. Герцог на Такамане вырос и вовсю тянется к знаниям. Что он будет изучать? Зрители, у нас столько много изучающих, что философия и торговля только остались. Философия. Ну, у нас денег дофига, что нам торговля. Вам донесли, что священники при семье Ирджет в своих молитвах стали обличать карфагенянина Озмилека как антихриста. Говорят, мол, он грешник из пророчества. Скоро все узнают о его беззаконии и двуличности. Это... А, это наследник Карфагена. Так, давайте-ка религиозные взгляды Ирджет не должны напоминать на наши отношения с Карфагеном. Нам главное, чтобы вот Карфаген на нас не напал. По-моему, это самая главная вещь в этой партии. Так, Верховная Советница. Это рост городов, это соцкапитал, это муштра. Ну, у нас города и так большие. Давайте, наверное, все-таки соцкапитал, харизму возьмем. Так, что мы будем строить? В Хатусе служитель-ученик сделан. И пока нам больше некуда, собственно, спецов, хотя есть служитель. Давайте, наверное, этот еще полприказа добавить. Давайте служителя сюда. Так, армии идем забирать последний оплот Рима. Форум Ливия. Надо выгнать верблюда из леса сначала. Теперь подводим лучников. Тоже придется марш-бросок брать. Надо этого одинокого юнита добить. Остальные тут только может наносить урон только вот это ополченец, то он слабенько будет это делать. Все, остальных просто подводим. Так, нам надо будет только вот эту булаву тут оставить. Так, а вроде у нас восставших нигде нету. Я уже подзабыл. Чтобы, да, вот, надо добить вот этого восставшего.
Так, ну тут все, наверное, это пускай тут стоит. Так, посмотрим, кто тут еще походить может. А, этот еще. Так, вот теперь точно все. Блин, вот это надо атаковать. Посмотреть, надо ли мне для кого-нибудь рабочего приказы купить. А, у меня все равно только один приказ я могу купить. Ладно, закончу ход. Греция в состоянии мира со Сирией. Чего они все так дружат? Только я один, кто воюю. Так, уменьшило несчастье в Сесебии, и глава шпионов украл науку. Зашибись. Мадикен Великая. Так, придворный министр появился. И давайте Анагар откроем. Наконец-то. Так, персидские воины забрасывают Мирой зажигательными снарядами. Город охвачен пламенем. На улицах разруха и паника. Ополченцы хотят знать, что спасать в первую очередь, пока спасти можно хоть что-то. Ценности произведений искусства. Знать искупалин из поместий. Немощных и ранних. Давайте немощных. И так, как у нас тут с семи... О! Уже заебись. Угу. О, уже зашибись все. Ну тогда давайте раненых. Просто улучшаем. Несчастье убираем. По всей империи и за ее пределами люди величают вас не иначе, как великая. Отметим этот момент кушитской истории, приняв новую амбицию. Да не, наверное, уже достаточно. Хотя три университета... Так, подождите, три ярмарки контролировать? Откуда у меня одна ярмарка уже есть? Наверное, в Хатусе. Я только могу представить, что Хатуса с ярмарками. А дворец я точно строил. Поэтому у меня есть один дворец. Ну, смотрите, дворцы, университеты и ярмарки можно строить только в легендарных городах. У нас два легендарных города точно есть. Ну, давайте университеты. Хочу универы построить. Принцесса Артаха – одна из лучших лучниц Кушита. Государство известно своими меткими стрелками. Она проявила себя на стрельбище, и мало кто способен сравниться с ней. Наши советники видят в этом знак того, что боги благоволят Кушиту. Как вы поощрите ее? Так, набирается опыт, становится следопыткой. Тренировать новый отряд лучников. Становится изогнутый лук. В качестве генерала. Нет, давайте еще отряд лучников. Юнитов много не бывает. Судьей будет. Так, иудаизм в Саяле выступает против законов вашего божественного правления. Они утверждают, что жертвоприношения вашему образу оскорбляют их бога. Ваши советники предполагают, что с этой религией, признающей лишь одного бога, все же стоит попытаться договориться. Так, обложить налогом иудаизм, взамен освободив от жертвоприношений. Ну, давайте, да. Нам надо со всеми религиями, раз мы у нас многобожие такое, да? Нам надо со всеми религиями в плюсе иметь отношения. Тут паника, и вы не сможете из города
достать этого ополченца, к сожалению. До Вавилона мы нахрен доберемся. Чтобы Вавилон, я думаю, можно нам либо в Грецию, либо в Карфаген, либо в Ассирию. Давайте в Грецию. Думаю, Рима уже не будет скоро. Пожалуй, апну. Блин, 27 тысяч денег. Это реально уже всех топорщиков апать в булавоносцев. Угу. А, муштры не хватает. Сейчас ни денег, а муштры не хватает. Блин, или пострелять? Поприплывали тут зачем-то персидские. Так, а давайте мы вот это починим. Еще эти два улучшения, это, блин, из-за события произошло. Так. Сейчас я потрачу опять усмирение города. Саялы, пожалуй. У нас именно вот это ям, у них самые высокие уровни недовольства во всех городах. Так, и остался один приказ. Философ, ученик, это на науку. Блин, один приказ. Сейчас надо решить, что нам надо делать. Вообще, следующим ходом надо рабочими будет заняться. Вот сюда поставлю булавоносца. Рим украл у нас науку, но был замечен в процессе. Вереница каменных гробниц рассыпана по прибрежным утесам. Хотя большая часть из них была разграблена, многие погрузились под воду в результате землетрясений. Ваши разведчики могут осмотреть развалины на берегу на предмет ценностей. Или можно снарядить небольшой корабль, чтобы исследовать мелководье. Так, подводную мы тратим 1600, получаем 140 науки, но царица получает статус проклятая. Либо прибрежные. А давайте, пускай проклятые, господи, у нас тут... Сколько и жить-то осталось? Становится проклятой. Прикольно. У вас уже была одна из ее предшественниц проклятой, да? Так, что нам открывать? Каллиграфия. Все города плюс одно счастье за старшего специалиста. Это будет плюс 11.
И библиотека будет давать 4 культуры вход. Иконопись. Ну, иконопись нам не подходит, потому что мы не будем строить монастыри, соборы и прочее. Так, это плюс 20% к ресурсу. А давайте, наверное, откроем систему сводов. К нашему авангарду приближается группа персидских всадников во главе с гонцом от царя Аруку Амбициозного. Он почтительно предлагает заключить перемирие. Это мы платим Персии дань 31 наука? Не, чувак. Покеда. По Кушиту быстро разлетаются слухи о том, что священный город лишеизма Мероя находится в осаде. Когда опускается ночь, видны становятся отсветы костров, при помощи которых лидеры лишеизма собирают своих подданных, чтобы принести жертвы во имя безопасности священного города. Патриарх Теретикус из Дангиел произносит во дворце плавенную речь, рассчитывая на вашу помощь. Так, соберите истинноверующих, ополченцы. Не хочу. Найти наемников для защиты городских стен. Двух булавоносцев получаем, это прикольно. Или отправить на защиту священного города все свои войска. Копийщика получаем. 18 прикольно. О, вот это. И 870 муштры. Вот это зашибись. Так, она займется... Командиром пускай будет, наверное. Командиром просто. Пришло время ежегодного ритуала культа матери в Мероя. Раньше вас, как неофита, провели через все этапы инициации и посвятили в тайны культа. Сейчас пришло ваше время указать новым послушникам верный путь. Наблюдая за тем, как неофиты проходят тот же путь, что и вы, заставляет вас снова вспомнить то томительное ожидание и замешательство. Теперь вы еще лучше понимаете истинное предназначение таинств культа. Становится лидером таинств. Плюс 2 к мудрости. Так, в Дакке любитель верховой езды, земледелец. Наверное, просто отвагу. Он в военном городе. Так, катапульту тянем к форуму Ливия. Так, а здесь... Это на городской... Я тогда просто бой прокачаю. Здесь просто ту трирему атакуем. Так, теперь... Атакуем форум Ливия. Генерала сюда добавлю, как раз вот эту командира. Так, а тут просто стоим. У нас никаких нигде за долгое время существования нашей державы у нас нигде никаких восставших. Просто удивительно. Не, подождите, вот этого мы надо сюда перебросить, потому что он к этой семье относится. А здесь оставим лучника вот этого.
Ладно, этот не относится к этой семье, но у нас нету других, поэтому пускай будет тут. Святилище Амани предлагает стать. Ну, давайте. Так понимаешь, что тут количество святилищ ограничено развитием города, видимо. Так, здесь я хочу... Сабу Макалу. Вы с вандалами не хотите расправиться? Может мне пойти вандалов атаковать этих? В лесу, потому что это... Ух ты, крит прошел. Надо было и генерала еще добавить, я думаю. Так. Тут можно вот сюда святилище. Аманина. Или... Ладно, Амани. Починено. Я помню, что нам универы строить надо, но пока чиним. Так, вот это в Керму возвращаем. О, рощу. Да, это апельсинки мы не... В прошлой серии у нас было событие на это дело. Так, и скаут у нас... В греческом городе. Видите, надо две агентурных сети сделать. Но дело в том, что у нас что из Рима, что отсюда уйдут агенты. Так, иудаизма у нас 5, христианство 4. Так что последователя христианства тут сделаю. Ну, как нам 12 этих приказов в тему зашли. Наместница Саялы погибла на службе. И все. Влешиизм. О! Павел перешел в влешиизм. Так. Плюс один уровень счастья. Зашибись. Открываем, конечно. Так, наместник Псаметих-младший приглашает вас в Мергисос, чтобы показать вам запланированные улучшения и пристройки. Вы стоите на утесе, выходящем на панораму Мергиса. Разворачивая свои планы, Псаметих обнажает кинжал, спрятанный в свернутой карте. Он готовится нанести смертельный удар.
Странно, хорошо ко мне относился. Ну, типа, всем уже бабка надоела, 85 лет. Попытаться увернуться от ударов, стража поможет. Ну, как она 85 лет увернется от ударов? Ну, давайте стража, предположим. Пока псамитих подходит все ближе, вы подзываете своих верных стражников, которые мгновенно реагируют. Через мгновение наместник города Мергиза падает замертво, получив несколько смертельных ран. В этот раз вам удалось избежать смерти, но вы с ней определенно еще встретитесь. Блин, минус два наместника. Минус 70. Расточительное, но вдохновляющее. Подожди, я же сейчас добавил в Мергису вроде. Ну, я вам не показываю переходовки, потому что... У Рима вообще юнитов нету, а Персия там так, чисто с моря чем-то атакует. Минус Рим. Нация Рим уничтожена. Ваш враг пал. От гордых римских городов остались лишь руины. Двор желает знать, какие празднества вы хотите устроить в столице по случаю уничтожения нашего врага. Пир. Фестиваль. Принять беженцев. Давайте, наверное, пир. Сейчас надо муштру на апгрейд потратить. И на уровни, кстати, еще можно. И на генералов. Все, я бы сейчас просто сидел, честно говоря. Я вот, кстати, этих вандалов не могу уничтожить, потому что эти стоят здесь. Мне надо сюда лучника вести какого-нибудь. Получается. О, откуда у меня тут мечник? Внезапно.
Так, вот теперь пора академию, потом университет. Так, а здесь библиотеку. Вопрос только где? Вот наводите на улучшение, и видите, вам подсвечивает, где он больше даст науки. Но надо еще понять, что вам надо будет по соседству еще строить здание. Так что вот сюда, наверное, буду, где нам суд предлагают. Тут я библиотеку. Так, когда Рим наш? Следующим ходом. Так, принцесса Артаха Набожная, ваша внучка, высокого мнения своих горделивой стала. Так, мы стали тяжело больной. Ну, блин, 87 лет бабке, я уже вижу, когда она сдохнет. Извините. Вы ждете, нет? Она правила, не знаю, сколько, да столько... Столько не правят. Так, у нас нету соцкапитала, поэтому дайте мне поскорбеть в одиночестве. Ценители культуры в Хатусе планируют устроить конкурс поэтов. Так, ну позовем наместника. Мудрость, хай. Герцога Ариамани вдохновило недавнее посещение Ападаны в Хатусе. Он приходит к вам полный энтузиазма. Свирепый конструктором плоти. Пускай свирепым будет. Однажды утром на ступенях дворца появляется странный мистик. Сначала он занимается медитацией, делает это лишь на рассвете и закате. Однако, когда у вас начинаются приступы кровавого кашля, мужчина тут же появляется за вашей спиной. «Засим меня и призвали», — объясняет он. «Я прибыл, дабы облегчить твою боль. Я могу исцелить тебя, однако взамен позволь мне находиться подле трона и быть твоим советником», — продолжает он. «Ибо засим послали меня». «Убери от меня свои руки, псина». Так, Рим. Я, наверное, Ирджит передам. Думаю, пока два хода будем ремонтировать. И наместник... Блин, чего они все несчастья дают? Все. Ну ладно, давайте вот этого патриарха. Не знаю, стоит ли мне армию против греков тут иметь. С другой стороны, а против... Ну, шанс того, что Карфаген на меня нападет, еще ниже. Что, наверное, да, будем тут где-то держать. Перебрасываю чисто тех, которые ранены, чтобы их полечить. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ну, у нас куча муштры, куча приказов, что не прокачивать. Так, ну, правда, параллельно давайте еще города усмирять. Так, через два хода с Эсеби сам усмирится, так что Дакку давайте. Посла Украины. А, у нас нету. Да, у нас нету соцкапитала для этого. А что он еще может сделать? О, предательство и восстание сделать. Ну, шанс невелик. Точнее, велик шанс, что нас обнаружат.
Так, ну, как я говорил, надо туда перебросить какого-нибудь лучника. Этот тут один в городе. Вот этого давайте. Кстати, и сюда надо кого-то перебросить еще. С этими кораблями разбираться. Что-то у нас тут с капитала мало капает. У нас тут есть вон законы принять. Каллиграфию. Гонцы приносят вести о смерти царя данов. Я удивлен, что еще даны и вандалы до сих пор в игре есть. Ваша родственница перешла в римское язычество. Так, увеличение счастья поставили. То есть у нас во всех городах плюс к счастью. Ну, давайте... Эти, наверное, особняк пока. К вашему авангарду приближается группа египетских всадников. Просто перемирие, ничего не платим. Они... Да, давайте, почему нет? Еще никогда в истории Кушита уровень образованности не был настолько высок. Старые предрассудки рушатся под напором новых идей и открытий. Мы светоч познания в этом дремучем мире. Но как же нам расширить горизонты мудрости и понимания? Так, обучение простых людей. 1290 соцкапиталы и по уровню счастья в мировой керме. Расширять границы познания. Так, Мадикин великодисциплинированный, 640 науки. Нет, анагры нам не нужны. Нет, вот это мне нравится. Счастье и соцкапитал. И то нам надо. В Ассирии множество собственных богов, но в Газе... Господи. Внезапно... Каким образом игра вот это знает все, что происходит? Так, в Газе в последнее время люди все чаще обмениваются оберегами и изображениями, посвященными лишиизму. Несмотря на то, что на городских рынках и без того хватает оберегов из Кушита, а также копий из Ассирии, царь Немиду Новый отправил своего посланника, чтобы организовать надежные поставки этих подорожавших товаров. Так, согласиться продать городу официальные обереги. В Газе 400 культуры, наложить строгое эмбарго. Ну, давайте согласимся, мне не жалко. Так, Насахма, ваш сын и наместник в городе Керма, любитель природы, воинственный, отвага. Ну, там какая-то есть пару лесопилок, честно говоря. Ну, такой. Давайте лучше воинственный пускай будет. Так, в кармане раскопщик. Пускай крепкий. Так, можем принять закон, значит, каллиграфию. Всего 4 закона непринятых. Караван в Карфаген отправлю. Чисто, чтобы максимально усилить. Как у нас вообще, по счастью, самый низкий, третий уровень недовольства. Отлично. Отношения с семьями великолепные. Отношения с религиями, кроме манихейства, со всеми хорошие. И с цивилизациями, ну, с персами у нас война была.
Да, вообще все зашибись, ребят. Все зашибись-ка. Так, цитрусовые добываем. Странно, что святилище Мелулы я не везде могу построить. То есть святилище... А, я, наверное, его построил. Да, я его, наверное, построил. С минус один по камню пошло. Тем не менее, самая дорогая еда. А, нет, нет, все-таки камень. Камень показался. Ну, еда, кстати, тоже очень дорого стала почему-то. Так, а какой у нас еще город может быть легендарным? На данный момент у нас два вот этих легендарных. И самый ближайший Хаттуса. Нет, 26 лет... Дангиил. Ну, что-то долго будет. Нам бы Дангиил как-то улучшить. Где он вообще? Этот. Тут надо культурку как-то поднять. Обратите внимание, что катапульты впритык, ну, то есть вот с соседней клетки не могут стрелять. Им надо именно находиться на каком-то расстоянии. Так, 17 приказов. Ну, давайте украсть исследование. 240 Вавилон. И пока, наверное, все. Счастье у нас некуда. Это улучшает отношения. Все нормально. Так, наш сын стал более мудрым. Матриарх становится лидером римского язычества. О, следующим ходом, наконец-то, Мадикен Великая или Мадикен... 89 лет бабка прожила в древнем мире. Нормально вообще? Обалдеть, да? Ну, давайте треугольные паруса Автаркию примем. Война с вандалами длится слишком долго. Все варианты так себе, не собираюсь я на них жениться. Или выходить замуж. Выходить замуж, наверное. Так... Профессиональную армию берем.
Библиотека. Ну, давайте. Так, это у нас миссионер христианства. Ну вот в Дангил и разнесем. Так, академия. Вот теперь время первого университета. Я думаю, достаточно тут с восстановлениями. 5 граждан. Вот сюда можно. Так, подождите, а нам... А, у нас нету, походу... Да, в Лаванде нету. Сначала сюда. Так, какие у нас... Тут лаванда, вино. Лаванда и вино. И благовоние. Благовоние не обработаны. Так... Лаванда, вино, благовоние надо будет обработать. И вообще, знаете, что я хочу еще скаутов купить. Не купить, а построить. Все себе, кстати, быстро должны делаться. Потому что нам надо выполнить вот эту амбицию. Контролировать 6 агентов. А если мы сейчас будем... А, слушайте, так у нас сидит? Нет, не сидит. В Риме сейчас не сидит агент. Если мы будем всего одним скаутом это делать, у нас же сейчас он наследием станет. Давайте-ка и тут еще разведчика сделаем. Чего вы Карфагену не объявить вандалам войну и не убить его здесь? Странное. Я даже, наверное, марш-бросок сделаю, чтобы уже добежать. Старый. Все, у нас нету свободных генералов для использования, кстати. А Сирия у нас науку украла. Снизили несчастье в Дакке. Царица умерла, у нас Артаха новая. Караваны поприбывали. Амбиции стали наследием. Да ладно, примем подношение. Итак, ваша коронация была встречена всплеском патриотического рвения, а подданные по всей нации жаждут служить новой правительнице. Как использовать этот энтузиазм? Благоустройство нации, получить рабочего в мировое становится зажиточной. Ну, не особо. Поучаствовать в армейских учениях тоже не особо. Блин, да и мастера. Ладно, тогда, наверное, блин, да у нас дофига и так. Блин, нам бы... Соцкапитал бы не помешал бы.
свирепой, все, будучи лидером, все юниты 5% к силе против пехоты. Ладно, давайте свирепой. Новые предложения брака для вашего двоюродного брата, герцога Натакамани из Дакки. У нас тут со всеми семьями вроде зашибись. Ну, яму из ямы возьмем. Теперь, когда принц Ариамани завершил обучение политике, чем он займется при дворе? Ученым. Генералы могучей греческой нации проходят строем по нашей столице, возглавляемой лично царем Гиппием. Он прибыл, чтобы пообщаться лично. Неожиданный визит вызван желанием Гиппия улучшить отношения, особенно в свете того, что вы оба прославленные полководцы, война у вас в крови. Делиться знаниями я не хочу. Заключить военный союз. Да ну нафиг. Давайте вот царица становится рискованной. На фоне растущей культурной значимости Саяла старейшины города предлагают провести праздник стрельбы из лука. Они даже подготовили указ, согласно которому в Саяла запрещено занятие другими видами спорта. Ну, давайте, чё нет. Это лучники будут 50 очков опыта, но вряд ли я буду уже лучников строить, прямо скажем. Наместники у нас везде есть? Везде. Надеюсь, уже сюда перс не доплывет. Может, еще лучника к вандалам? Побыстрее это закончить. О, особняк открыли. Так, подожди, так я ж это в прошлый раз. Зачем мне выбирать? У меня ж выбран треугольный парус был в прошлый раз. Так. Усмиряем. Сесеби. У меня недовольных осталось буквально раз, два, три, четыре. Ну, по одному уровню, видите, практически. Нормально у меня так снижается. А даже есть города со счастьем. Рим, Хаттуса. И приказов дофига. Ну, у меня 3 очка до победы. Это, собственно говоря, 3 города улучшают свою культуру. И один... Что я сделал? Я что-то запустил. Оказать... Давайте отменю, потому что я случайно кликнул просто. У нас, во-первых, вот этот город следующим ходом присоединится, это 1 очко. И, собственно, он и еще какой-нибудь улучшит культуру, и все. Успешно 250 науки у Вавилона. Матриарх Аманирена из Сесеби, ваша мать, П.
генерал Булавоносцев погибло на службе. Так, треугольный парус есть. О, рост товарооборота, это надо взять. Кушитская нация стоит превыше всех. Почти. Греки всегда маячили у нас перед глазами, но сейчас совет решил поддержать войну, которая грозит оставить нацию в руинах. Вы хотите вступить в последнюю битву за власть и попытаться силой меча завоевать эту землю? А, это амбиции уничтожить Грецию? Не-не. Это too much. Так, тут мы ям отдаем город. Наместник в Мирое и ученая. Пускай будет... Не, пускай будет ловче, там дохера сетей. Так. 2 очка осталось. Тут принимаем, я хотел, по-моему, автаркию. Дальше шпионом пытаемся опять украсть исследование. Скауты размещаем в городах Карфагена. Ну и, соответственно, сети. Так, это из Пилоса. Нам тут никак не пройти, да? Этим ходом вроде нас никто не атаковал. Так странно, что больше не возникают нигде восставшие, да? Скучаем по ним. Где ж вы? Восставшие. Прошлая королева. Кстати, я не понял, почему вот это стало. Неужели сын прошлой королевы у нас умер, не дождавшись ее точно в 45 лет? Не дождался, когда мамка 89 лет, а он в 45. В каком году тут не будет написано? А, подождите, да, он умер. В каком году он умер? Не нарисовано? Не понятно. В 144-м. То есть он... Мамка пережила его на 7 лет. Ясно. Эти герцогиня-консорт Абар прям вся в царицу Мадикен. Так, а она у нас не женатая, да? Не замужем? Это я веду булавоносцев в Саялу, чтобы там тоже... Несчастья не было. Это у нас наша новая лидер. Она будет теперь давать, по-моему, всем в качестве лидера 10 очков опыта всем бездействующим юнитам, вообще независимо, где они находятся. Так что юниты у нас сейчас будут прокачиваться только в путь. Да, я уже юниты не хочу строить. Эти, может, еще одного разведчика, чтобы быстрее просто амбицию эту выполнить. Так, тут давайте 2 восстановления.
Ну и на наместника у нас соцкапитала нету пока. Опять куча приказов. Ну, нечего нам тут делать, честно говоря. Армию я не хочу никуда перебрасывать. Можно даже мы можем посмотреть, через сколько ходов победа. Вот, Рим следующим ходом. И 8 ходов в форум Ливия. 8 ходов. Перемирие с Вавилонией в Греции. Ну и дальше неинтересно ничего. Так, рост товарооборота взяли. Бесплатный драмон, давайте. Слушайте, я, кстати, почитал, что можно как-то... Так, признанный верой. Атасамали воинственный скончался, и дворец заполнился людьми, пришедшими на церемонию прощания. За похоронами следует патриарх Кашта из Мергиса. Это большая честь, ибо Атасамали была известна как верная дочь христиан. Почему была известна? Это ж мужчина. А, это патриарх. Мужчина, понял. После церемонии патриарх подходит к вам, но на этот раз без своего традиционного церемониального наряда. Воспользуйтесь ли возможностью поближе познакомиться с патриархом. Ну, давайте пожертвуем денежку. В Риме зерновое пособие утверждаем. О, симпатичный. Ученый, кстати. Ну, давайте за данов. За дана выйдем замуж. Требовать от вас особых подарков и услуг. Ну, а чё нет? Хотя... Пошли в жопу. Так, посол погибло. У нас есть новый. Так, и у нас появилась лаванда. Лаванду отправим... Ну вот в форум Ливия, чтобы быстрее... Так. Все, одно очко. Буквально одно очко до победы. Так, тут опять персы приплыли безобразничать. Университет долго, потому что рабочий другой семьи. Но я тут мы побеждаем даже до амбиций, так что неважно. Тут университет уже есть. Давайте суд. Подождите, а где... А почему я не могу эту построить? Пирамиду. Или она одна только? Да не, вроде ж никак не ограничено было всегда. Не понял, честно говоря. Обнаружили несколько курганов за территорией захваченного вандальского лагеря. Внутри много ценностей и роскошных украшений. Ну, оставляем себе. Что нам эти вандалы? Надеюсь, Карфаген сейчас займет это место.
Так, здесь сейчас сделаем агентурную сеть. Что-то варвары тависте осаждают. Блин, что так много армии у Карфагена, а ему тут какой-то один одинокий конник все грабит. Это вообще почему? Так, еще буквально две агентурных сети, и эта амбиция выполнена. Опять дофига приказов. Не знаю, давайте посла... А, там торговля, опять же, этот соцкапитал требуется, ладно. И еще уменьшу уровень несчастья. Так, бесплатный драмон. Блин, я забыл, что я хотел вам показать. Не хочу я с Греции. Она еще с меня требует железа, прикиньте. Вежливо откажемся. Так, королеву продвигаем по харизме. И возьмем... Законоведа, математика. Давайте математика. Что можно отмечать, где появляться юнитом? Как-то Ctrl, что ли? Блин, как-то метки можно ставить, где юнитом появляться. То у меня вот... Я бы хотел, чтобы он тут появился, да? Понимаете, драмон с этими вот мудилами. Драццо. О, из города сейчас будет работать? Будет. На автомат поставлю. Так, пятая агентурная сеть. Да, блин. Так, в Лилибелуме последнюю. Сейчас мы эту амбицию выполним. Готово. Ну, тогда этого скаута... На автомат. Чё-то библиотека. Академия. Суд. Министерство. Стоим здесь. Ой, блин, подождите. Давайте я тут еще один уровень. Орлиный глаз. Все, муштры дофига. Наместника еще нету.
А, усмирить город тоже соцкапитала не хватает. Ух ты, у нас минус 15 соцкапитала пошло. Ну, некуда нам больше. По недовольству тут буквально второй уровень максимальный. А есть даже счастье четвертого. Денег дофига просто. А интересно, что будет, если в минус будет соцкапитал? А, усмирить город. Принц Теритика... Теритикоас родился. Глава шпионов погиб. Ну и все. Купцы и рыбаки рассказывают сказки так, как никто другой не умеет. Но последняя история точно была не из приятных. Поговаривают, что Амани или какой-то другой мстительный бог устроил хаос в морях вокруг Миргиса. Старейшины города обеспокоены тем, как эти истории влияют на торговлю, и просят вас вмешаться. Так, приносить жертвы. Отправить солдат. Давайте приносить жертвы. Даже какие цитадель не пост... Ну давайте, может, начну строить, успею апнуть в более крутые 6 ходов, правда, строится. Мне кажется, мы раньше победим. Ну то есть я могу лучники Меджаи апнуть в следующих юнитов. О, мятежников нет, зато племенной налет около Сайялы. Интересно, где? Так, царь Карфагена мертв. И наша верховная советница мертва. Так, налоговая политика открылась. Новые законы. Давайте очередного бесплатного придворного получим. Подожди, я не пойму, вот дань Персии написано. Ну, походу, это они нам все-таки будут платить, а не я им. Ладно, давайте покончим с... Нет, или я им. Господи, так дебильно написано. Ладно, неважно. Тут уже неважно. О, Карфаген объявляет. Ну, давайте в конце партии повоюем с Карфагеном. Сколько нам осталось до победы? А, следующим ходом. Я даже, наверное, тогда юниты не буду двигать, хай он меня захватывает. Ну, он не может город захватить за этот ход, так что... Так что вот так. Так, кстати, а вино... Там никто у нас из наших семей не хотел? Нет. Так, ну, отправим тогда в столицу. Хатуса не столица, но я сюда вино отправлю. Вот так мне хочется. Так. Ну, кстати, с Эсеби могут взять. Надо, короче, отступить, чтобы город именно защищать. Давайте.
Нам надо центры городов защищать. Ну, нам один ход буквально продержаться. Так, что у нас еще? Дангиел. Саяла. Вон, смотрите, еще и набег варварский пошел. Она тут моему лучнику. Тут надо кого-то проатаковать. Блин, они не возьмут ли они Миргису, кстати? Ладно, посмотрим. Ну, вроде близлежащие города защищены. Кстати, вот в Миргису вот так встанем точно. Ну, подведу. Хотя, мне кажется, это сейчас ничего не решает вообще. Ай, достаточно. Смотрим на атаку Карфагена. У них просто даже ходов не хватит что-то сделать. Даже около Хатусы высадился. Десант. Они вон с варваром не могут ничего сделать. А, да, вот еще тут варвары приплыли. Победа! И дали ачивку. Кушит побеждает. Тип победы — победа по очкам. Артаха амбициозная. Ну, давайте посмотрим, как это произошло. Давайте выключим туман войны, чтобы посмотреть, где кто как располагался. Вот такая карта получилось. А, тут все-таки нельзя было плыть. В связи с тем, что тут карта на 7 цивилизаций, а было 9,
По-моему, Рим и Хатуса, особенно Хатуса, тем более, что она на острове оказалась в плохом положении. Тут, с этой стороны, я Риму закрыл развитие. Но вот это, кстати, я не думаю, что это моя территория, потому что слишком далеко. Но, с другой стороны, и не Карфагена. Здесь Вавилон с Персией как-то странно развивались. Не знаю, что они друг друга тут не поубивали. Значит, сначала у нас Аммонитория первопроходица была 45 лет, потом еще 45 лет Тахарка неуязвимый, всего 5 лет смогла поправить Касака, и потом, ого, сколько, 56 лет Мадикин Великая. Ну и там на Артаху буквально чуть-чуть осталось 6 лет правления. Интересно, воевали они вообще или нет? Вавилон с Персией. Как они вообще появились? Ну вот, смотрите, вот тут Персия появилась, да? Вот тут Вавилон. И в итоге Персия как-то через Вавилон расселилась, не воюя с Грецией. Да, очень интересно, конечно, карта сгенерировалась. Так, а результаты можно посмотреть по... Вот, как запомнят эти времена. Я хочу статистику. Так, по военным очкам. Тут Греция, Персия. Я вообще слабенько. Подожди, а военные очки это что вообще? Почему у Карфагена все больше и больше, у меня на одном месте стоит? А, подожди, это хетты, что я смотрю. Что-то решил, что я за хеттов играю. Как я желтенький, вот он. Имеющаяся территория. Ну, тут я первый за счет захватов. Исследованы территории. Я тут слабо исследовал. Так, цены ресурсов. Камень вначале было, потом еда. Ну, короче, камень и еда. Еда вначале очень дешевая, потом она поднимается. Камень всегда дорог. Дерево в этот раз вообще как-то не пошло. Мнение семей. Вот тут у нас. Вот тут у нас большие проблемы были, вообще постоянные восстания. И в конце я все-таки выровнял. По росту я первый, по соцкапиталу производству. Ну так, в середине, по муштре. Я тоже в серединке. По культуре я должен быть первым. Потому что, собственно, за счет нее я и победил. По счастью. Ну, а, это Ассирия. По счастью, тоже неплохо было. По науке я не должен быть первым. К концу немножко догнал. А так тут Греция с Карфагеном жгли. Как говорится. Вот тут, например, у Греции 400 вход, у Карфагена 400 вход, у нас всего лишь 200. По деньгам я должен быть первым, да. По приказам тут проблем... Ну, вообще как довольно ровно, да? Вот у персов постоянно дофига было. А вот тут уже я, кстати, нормально так насобирал приказов. Ну, давайте еще посмотрим нашу династию. И, собственно, на этом все. Ну, мне кажется, мне повезло с тем, что у меня только из развитых соседей только Карфаген был. И я смог, используя дипломатию, всегда иметь с Карфагеном хорошее отношение. Ну, там, когда-то дань платил, но главное, чтобы он на меня не нападал. И я разобрался потом сначала с варварами. Заселил города, потом со слабой Хатусой. Всего лишь один город, но зато он с двумя чудесами все-таки. И потом еще с Римом. Два хороших города, но у Рима просто не могло быть адекватной армии. Всего лишь с двумя городами. Там еще с Грецией воевал. Кстати, жалко, что он у Греции ничего не забрал. Но опять же, видите, как сгенерировалось. Ему неудобно эти города забирать. Вообще. Тут
проход в одну клетку, и тут проход в две клетки. Сиди, защищайся, вообще без проблем. В общем, вот такая игра, такое дополнение, ваши впечатления, надеюсь, прочитать в комментариях, не забудьте лайк поставить, и вообще за это прохождение как-нибудь, может быть, финансово отблагодарить. По-моему, прикольно получилось. В таком случае, мне в Old World играть нравится, вот если только не считать... вот этих зависаний. Я знаю, что есть в настройках, вот, может, кто не в курсе, сейчас я вам покажу. Медленный ИИ. Если вы это включите, то вычисление искусственного интеллекта не задействует все ядра процессора, чтобы между ходами циклы процессора были доступны и для других заданий. Но тогда и компьютер, видимо, не так умно будет играть. Зачем нам это делать? Я просто вот сейчас выключал на переходовках, чтобы видео не зависало. Все, на этом все. Слава Беларуси, живи Украина. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.